В Симферопольском районе вблизи села Новосбурьевка произошло столкновение двух легковых автомобилей «Волги» и «Таврии». Для ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим на место прибыли спасатели и медработники. В результате ДТП пострадало 5 человек, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Специалистами был произведен смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна для обеспечения пожарной безопасности. Представителям МЧС России с помощью специального оборудования пришлось освобождать водителя «Волги», который оказался зажат в деформированном автомобиле. Четверо пострадавших доставлены в 6-ю Симферопольскую больницу с травмами различной степени тяжести. По данным пресс-службы ведомства, всего с начала текущего года произошло 17 ДТП, в результате которых, благодаря оперативным действиям спасателей Крымского подразделения МЧС России, удалось сохранить жизни 30 человек.